У нас 12 сентября, вот это находится в моем доме тут, вот святые иконы у нас, крест, Слово Божие кругом, вот мы сели за стол, сейчас время у нас 25:08 утра, уже помолились, даже ролики записали, все приготовили, все у нас на первое был молочный суп. Каша молочная рисовая, тут вот рыба, селедка тушеная, вот арбузик еще у нас есть, то есть нашего огорода будем кушать. Вот, что Игнач ест с братьями сегодня. Геннадий Тихонович, вот обычно за едой молчат. Пока я имею, глухи нет. Но у меня вопрос такой возник. А вот сейчас еще не говорите, пока. Вот спрашивает он. А питание уже не один раз мы показывали. Было много гостей у нас. Разъехались. Мы остались трое. Володя и мой Никита. Я и приехал с Украины. Игнатов Сергей Егорович. Вот он. Ну вот он в 7 часов. Вот котенок у меня. Я звонок даю, и он сразу прибегает и палевая. Даю гальянов. На. Ну-ка. Вот. Что у нас сегодня? Вчера было 11 сентября. 17-го, сегодня 12. Вчера был день постный. Не было того, что сегодня. Сегодня у нас вот на первое. Молочное, настоящее молоко от коровы, не из магазинной банки, не порошок, с лапшой. На второе рис с молоком, да? Рисовая каша, да. Ну да. Дальше. Вот у нас картошка. Раньше мы это кому-то отдавали поросятам, а сейчас себе оставляем. Вот. И опять картошины держу, такие мелкие. И вот их почистили, а эти даже и чистить не надо. Они прокипятились, я прям с кожурой. А вот, пожалуйста, картошка и что тут добавлено? Масло растительное, все. И лук. Вот так, лук и соль. Отдельно ее почистили, вот получилось. Дальше, помидоры, это наш рецепт. Нарезанный, резать помидор надо ленточками. Он наискосок, так это, поперек, чтобы больше сока вытекло. Лук мелко нарезанный. Соль и растительное масло. Сегодня разрешается. Вот считай. Дальше. У нас рыба в холодильнике. Я не знаю, сегодня отдельно сварили? Да. Да. Вон. Я показал. Она уже есть. Я показал селедку. Показал. Следующая. Угу. Какая рыба там? Скумбрия или... А? Что за рыба-то? Селедка? Селедка. Сельдь. И вот гальян. Вот она, пожалуйста. Ну, подашь потом. Угу. Вот гальян. Здесь большой гальян, отрезанный, голов, мелкосоленый. Его просто берешь и ешь. И очень вкусный. Вот он где. Вкусный? Угу. Понравился? Угу. Дальше хлеб. Вот хлеб какой, видно его, какой он хлеб. Это Володя вчера пек в нашей русской печи. Мука. Муку давали нам благодетели. Мука у нас есть, каждый год помогает спонсор. Мука это не конфеты. Чеснок. Вот такие чесноковины, большие зубчики. Каждому положили по два. Положили. Дальше, что там у нас есть еще? Сухари. Отдельно сухари двух сортов. Отдельные сухари, которые из местного помола. Или как сказать? Хлеб. И вот эти сухари, которые мы в городе Щукино, Нина Алексеевна готовим. Мы едим. Очень легко растворяется в воду. Это вода, отвар из картошки. А? Картофельный отвар? Это чай. А, чай уже. Мы уже его выпили. Чуть-чуть подслащенный. Мяса нету. Вчера такая была трудная работа, лопатами косить. Наточили их и косить траву, там больше пальца толще. Лебеда растет. Бились. И этого вполне достаточно. Потому что мир... В душе перерабатывается легко. Вот смотри, одна за другой варпами летят. Вот они.
Ваня, вот посидишь все перед докторами. Котенок бегает, кошка, все. Курица. Я в это время звонил, он говорит, туда так улетела ворона, сапога, голобуха, вот она. Видишь как? Это все перед глазами, а какой лес? Видно, не видно. Курица. Зелень, какие новые краски, осина краснеть будет. Сегодня вот что делать? На Никитиной усадьбе решили. А траву порвать и прочее. Покосить, покрыть. Ну, разобрать, что там дополнительно появилось. Вот, а завтрак, это завтрак. Обед, на обед арбуз он лежит. В обед арбуз режут. Нам дают и свои есть. В нескольких местах. Приезжайте в деревню. Россия задыхается в нужде. Особенно много этой нужды там, где другие люди снабжать пытаются с юга. И болеют эти с нитратами арбузы. Здесь ничего этого нету. Все чисто, экологически. Обыкновенный навоз. Вывезли перегной. И помидоры. Я вот был в Португалии. А вам что на дорогу надо? Я говорю, помидоров. В Грузии там не спрашивают. Тут же представили, это деньги. Хотя деньги для нас только что тарелкой собирали в храме. Ну, я дал там 5, кажется, евро. Привез и ветка, и на ней висят все одинаковые, круглые. Зуб не берет. Такая шкура толстая, их можно вести на край света, и ничего не будет. А наши помидоры с огорода тащишь, они лопаются, переполненные соком. Наши, сибирские, это Алтайский край. А, они едят, я говорю, а то я отстал. Все, Володя. Так, лежайте в деревне. Аминь.